Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию наших ежедневных видеороликов, и сегодня я вам расскажу, как получить гарантированные 13% годовых, торгуя на финансовых рынках. Ну, те, кто в теме, уже поняли, наверное, о чем идет речь. Речь идет об индивидуальных инвестиционных счетах. Дело в том, что сейчас, когда доходность по банковским вкладам, доходность там от недвижимости и так далее крайне низкая и постоянно падает, индивидуальные инвестиционные счета становятся очень интересной штукой. Причем нам с вами гарантированно, я это подчеркиваю, государство готово платить 13% дохода от наших инвестиций. Суть здесь заключается в следующем. Сейчас у любого российского брокера вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, положить на этот индивидуальный инвестиционный счет денежные средства, но не более 400 тысяч рублей. И, соответственно, мы с вами, если где-то работаем, мы ежемесячно получаем зарплату. Ежемесячно, соответственно, наш работодатель делает отчисление в виде налога на доходы физических лиц. НДФЛ так называемый, да? Так вот, государство нам вот эти как раз-таки 13%, которые мы платим НДФЛа, готово компенсировать при условии открытия индивидуального инвестиционного счета. То есть получается, что мы открываем счет, кладем туда деньги, получаем 13% гарантированных, и помимо этого, допустим, ну, речь не о том, что вы обязательно вкладываете эти деньги там в какие-то высокорискованные операции, торговать там фьючерсами, акциями и так далее. Возьмите, купите на эти деньги просто облигации, ну, допустим, с доходностью в 10%. И вот у нас получается, что 13% гарантированных и 10%, которые будут дохода по корпоративным там или государственным облигациям, допустим. Вот 23% годовых при надежности, но по большому счету как в банке. Причем тема вот эта с индивидуальными инвестиционными счетами, она поддерживает, соответственно, на уровне государства. И сейчас идет речь о том, чтобы планку верхнюю по ИИС поднять там до миллиона или, может быть, даже до 1,5 миллиона. Поэтому тема достаточно интересная. Суть здесь в следующем, да, то есть, ну, давайте просто разберем пример. Допустим, вы где-то работаете, получаете зарплату, ну, как это любят говорить, грязными, да, допустим, 40 тысяч рублей. Из этих 40 тысяч рублей 13% за вас уплачивает работодатель государству в виде налога на доходы физических лиц. То есть, около 5 тысяч рублей платится государству, 35 тысяч вы чистыми получаете на руки. Так вот, соответственно, если ваш доход за год, допустим, ну, в данном случае там 40 тысяч рублей грязными в месяц, это 480 тысяч в год, вот вы берете 400 тысяч, открываете счет индивидуальный инвестиционный, получаете налоговый вычет в размере 13%, плюс еще и зарабатываете на инвестициях, которые вы делаете на данном индивидуальном инвестиционном счете. Друзья мои, как вы знаете, компания «Аналитика Онлайн» не так давно подписала партнерское соглашение с открытием брокером, поэтому мы вам можем помочь и проконсультировать вас по открытию индивидуального инвестиционного счета и помочь заработать гарантированные 13% от государства, ну еще и сверху от инвестиций на международном, точнее на российском, да и на международном, в принципе, рынке, да, только единственное через московскую биржу. На этом, друзья мои, на сегодня это все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было вам полезно. Я, вы знаете, кстати, решил, что мы ежедневные вот эти видеоролики в ежедневном формате, все-таки касающиеся трейдинга, инвестиций и так далее, будем публиковать на моем основном канале, да, а на second channel мы все-таки будем какие-нибудь лайв-видео выкладывать. На этом все. С вами был Глеб Задоев. Всего доброго, успехов в торговле и пока.